Много раз я ходил мимо вот этой церкви, да, это Кунстрет Гордон, но с той стороны. Первый раз зашел с этой стороны, я даже не знал, что здесь есть вот такие вот древние, можно сказать, захоронения. Вот видите, могильные плиты такие мощные. Какого это года? Умер в 1829 году Карл Хенрик Верт Муль. Я тут не вижу дальше. Вот. Пройдемся еще по этой территории. Тут люди сидят, бухают, по-моему. И вроде по-русски говорят. Ну вот здесь вы можете наблюдать такую архитектуру. Достаточно интересную, я бы сказал. Тоже где-то 17 века все это. Видите, в очень неплохом состоянии. В очень неплохом. Снимаю на экшн-камеру, на маленькую. Пока. Вот, очень симпатичные двери. Очень симпатичные. Тех еще времен. Кованые здесь такие эти самые решеточки. Натуральное дерево. Ну, лепнина, даже не лепнина, это вырезано по камню. Вырезано по камню. Очень интересно. Ну что ж, я обошел по кругу вот эту территорию небольшую, да, в парке. Пока еще рано, народу практически нет, но все киоски, палатки уже работают, можно купить и поесть, и попить. Вот, диджей уже заснял. И судя по оформлению сцены, здесь на самом деле сегодня будет настоящий рок, написано рок-классик, то есть классический рок, который я люблю. Вот, и поэтому по-любому я остаюсь и буду снимать. Не знаю, пропустит ли YouTube, если это классический рок, то, скорее всего, там, возможно, будут какие-то ограничения. Поэтому не знаю, я поснимаю как можно больше и попробую вставить в ролик, который сегодня надеюсь сделать. Если YouTube пропустит классический рок, тогда я обязательно выставлю. Но если не пропустит, придется это дело вырезать как-то, не знаю. Мы посмотрим. Ну вот, сейчас начнется этот рок-фестиваль, так называемый, да? Я тут 2 часа сейчас шатался. Смотрите, говорит, только сейчас будет начинаться, люди только-только сходятся, да? Никаких кордонов полиции. Вот он стоит... Чувиха и чувак, да, эти, бурник вахты, то есть гражданская самооборона, так сказать, да, видите, никакого досмотра, никаких полицейских, никаких этих рамок нету, пофигу, пофигу, свободная страна, свободные, так сказать, передвижения, вот. В принципе, я не понял, почему сейчас никто у сцены не стоит, практически мало, да? Но я сейчас не расстану, потому что через час тут уже все вот это пространство будет заполонено народом, любителями рока, да? И пробиться к сцене будет невозможно, поэтому я сейчас встану здесь и буду ждать.
начала выступать первая рок-группа, да, в сегодняшнем рок-фестивале. Сейчас просто играет левая музыка, ну там диджей что-то. А здесь на сцене сейчас готовится новая группа, вторая группа, да. Вот. Меня поразило что? Что когда выступали какие-то рэперы, там, рокеры, всякая эта херня современная, да, здесь площадь была заполнена, просто заполнена была. Тут протолкнулся вот сюда вот, к этой стойке, да, было практически невозможно, да. А сейчас спокойно стою, послушал и отснял первую группу, и сейчас буду снимать вторую группу. И я чувствую, эта группа более крутая по внешнему виду. Это будет более такой конкретный классический рок. Вот. И самое интересное, что да, молодежь ни хера этого не понимает, да. Нет, ну хотя есть вот такое место, стоят относительно молодые там девушки, да, шведские. Вот, они что-то понимают. Посмотрим. Все-таки, как хорошо быть мужиком. Писсуары без очереди, никаких проблем. А для нормальных людей, для женщин и таких серьезных, уже очередь.
Посмотрели рок-фестиваль. У начала сегодня первый день был рок-фестиваля, так сказать, в Стокгольме. Вот, и какие мои впечатления? Ну, вполне для первого дня, тем более я только сначала было, это не самые лучшие группы, но и то они мне очень понравились. Вот, но дело не в этом. Дело в том, что когда я посмотрел на публику, я заснял даже публику, вы можете обратить внимание, что здесь нет. В этой публике практически не было ни негров, ни арабов, да? Это были чисто белые люди. То есть вот эта рок-музыка, вот эта европейская конкретная музыка, она как бы для них совершенно не катит. Ни для негров, ни для арабов.